Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Мартинис, Антон. Много есть имен на свете, может целый миллион. Что значит «наши имена»? Интересно, займет первое место или нет? Кто займет? Какое место? Ты о ком? Да моя подруга. Нам должны сегодня сказать результаты районной олимпиады по окружающему миру. Вика со мной поспорила, что обязательно победит. Потому что хорошо подготовилась? Нет, Кипитоша. Потому что у нее имя такое. Виктория. Подружка считает, что оно приносит ей победы. Ну, в чем-то она права. Давай-ка разберемся. Что твоя подруга Вика рассказывает о своем имени? Что Виктория переводится как «победа». Только я забыла, с какого языка. То ли греческого... Не, с латинского, на котором древние римляне говорили. Точно. А по-гречески «победа». И это другое имя. Ника или Вероника. Ника и Вика. Оказывается, одно и то же имя, но на разных языках. Да еще и в рифму. В каких-то странах Викторию ласково называют Тори или Вики. Тори? Ни за что бы не догадалась, что это Виктория. Ну и не забывай, что есть еще и Виктор. Победитель. Это имя прям для полководца или короля какого-нибудь. Кстати, один из них – Виктор Эммануил. Точнее, Витторио Эммануэле II. Был такой итальянский король. Его называют там отцом отечества, потому что он объединил страну. Правил в 19 веке. А в Великобритании в это время была королева Виктория. Совершенно верно. В честь которой назван один из самых больших водопадов мира. Водопад Виктория в Африке. Есть и другие известные люди с этим именем. Виктор Васнецов. Прекрасный художник. Сказочный просто. Виктор Драгунский. Он книжки писал. А Виктор Резников. Много песен чудесных. Например, про динозавриков. А она часто звучит на детском радио. Так что все они по-своему победители в своем деле. Теперь я уверена, что и моя подруга Вика получит приз в олимпиаде. Что значит «наши имена»?